А почему мы еще не кушаем пиццу, ребят? Номер 8. Number 8. Number 8. Так. Да, тут только number... Zero. Они менялись вообще, нет? Нет. Нет. Расскажи вообще, почему мы пришли сюда. Это первое место, которое мы решили посетить в Неаполе. Да, это самое популярное место в Неаполе. Это самое первое пиццерия. Куда мы пришли, Даша? Ты уже не занята? Нет, мы пришли кушать к итальянской бабушке. К итальянской бабушке. Хотим почувствовать местный колорит. Местный колорит. Настоящую итальянскую кухню. Да, настоящую итальянскую кухню. Они нас все здесь ждали. Смотри, всем двором. Вино. А, вино. Окей, now it's... Вино. Вино. Yes. Вот смотри, нам стулья несут. Новые красивые стулья. Ага. А что, Даша, а что такое? Мы за 15 евро могли покушать такую гулость. Так это вот как оно есть, это реальность. Это видишь, да, реальность Неаполя. Не та светская жизнь, которая на улице показывает ресторан, а вот как живут именно неаполитанцы. Hoy pienso en qué pasó y cómo me afectó. Las horas que pasé en aquel bus. No entiendo bien por qué mi abuelo distraído se bajó sin mí. Yo seguí, 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 seguí. Acapulco no era un lugar. В общем, ситуация такая. Сейчас нам пришли закуски, мы их едим, и будут дальше ракушки с спагетти. Вот, это наш меню сегодня. И принесли нам вино. Кстати, помните, что нам рассказывал наш гид про вино? Вино с вулканических пород, да? А вулкан Сульфатар. Сульфатар, который извергается каждые 10 тысяч лет. Вот, и сейчас там растут виноградники, и это вино оттуда. Как вино? Вкусно. Нам одной хватит? Нам одной хватит? Ну, спрашивала просто. Ну, пока хватит, принесут пасту, будем тогда думать о дальнейшем. Вау, это вау. Да тут все скажем. Как ракушки есть, вы знаете? Мы ковыли в этом, что ли? Вы какие-то ракушки ели? Нет. Сейчас съедим. Он с нами молчал, потому что он ничего не знал. Я ему говорю, типа, тухан будет. Он показывает 200 грамм на испанском, ой, на итальянском. Говорю, да. И все, все остальное было просто молчание. На языке жестов, да? Нет, он молчал, он даже не жестов. Мы ждали не... хлеб и вот это. Он сам себе нарезал, ничего не говорил. Да, смотри, ты целый день каталась по Неаполю, а он целый день стоял и продавал. Да. И ему надоело это. Поэтому... Третий день, верно? Какое сегодня число? 20-е, да, 20 апреля. Вот. Какие у нас планы на сегодня? Это Ты просто хотел спросить, это как бы так, да, было, риторический так ты вопрос просто как-то... Да? Ну, я начал, хотел выговориться, да. Амальфитанское побережье. Поедем смотреть красоты Амальфи.
Верно. Продолжай. Британское побережье. И также у нас сегодня по планам заехать в гости к сеньоре Марии. Да, вчера была сегодня сеньора Анна. Вот, а сегодня сеньора Мария. Как вам вчерашний обед у сеньоры Анны? Вкусно. Почему так скромно? Даша? Нормально, нормально. Олеся? Вкусно. Как ты вообще без эмоций, ребят? У вас же вакейшн, вы отдыхаете в Италии. Какой-то кипиш вечно. Суету наводим. Даша, мы приехали к сеньоре Марии. Марии. Да, Марии. Смотри, как красивые облака. Засними. Засняй, давай заснимем облака красивые. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Chi è? Daniel. 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 Gaetano. Daria. 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 Константин. А не вы говорите. Нас встретила сеньора Мария вместе с мужем Гаэтано. Right. Интересный факт. У данной пары 7 детей, 14 внуков и 4, если я не ошибаюсь, 4 правнука, да, то есть и здесь они живут всю жизнь. Вау! No hubiera pensado que yo me iba a enamorar jamás, no quería saber nada más, nunca más. Pero vos apareciste de repente y me hablaste con vos. Do mare, istiometa tutte parole, subito c'è sua mare, so sempre parole d'amore. Браво! Браво! Нам Дмитрий рассказывал, что ваш муж работал поваром. Dimitri ci ha detto che suo marito lavorava come cuoco. Sì. 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 Capri. Capri. Chef. Шеф-повар. Sì. Пытаться коммуницировать, находить людей, которые тебе будут подсказывать, как можно сходить, как можно с ним пообщаться, где можно найти. Сами. Джапоне. Джапоне. Работал, ее муж работал шеф-поваром. Да. Да. Эль-Каракуа. По переводчику. Грация. Грация. Спасибо. Очень вкусно, очень вкусно. И нам очень приятно у вас здесь находиться. Вы такая красивая, счастливая пара. Molto gustoso. Molto gustoso. E siamo molto contenti. Tu sei qui. Sei una coppia così bella e felice. Grazie. Я перестаю учить английский. Так, так. Как ты пришел к этому решению? Я просто понял, что надо иметь интернет или Wi-Fi, Google-переводчик и просто ничего. Да, Google-переводчик до Киева-то ведет. Так, такой сленг 21 век. Да, да. Ну, можно еще и сказать «до Италии». До Италии, да. Однозначно не сравнится с тем, если бы мы сейчас сели где-то на берегу моря в каком-нибудь ресторанчике и попробовали там местную кухню. Как бы ощущаешь себя частичкой этого мира. Как будто приехали к ним внуки,
И вот бабушка с дедушкой бегают вокруг внуков. Да, похоже. Что тебе еще внучок принести? Ты ждешь улыбку на лице, да, смотришь, ты, оп, они считают, что это не поняли это, да. И ты такой, вау, да, не осознали, что ты хотел передать. Что, она сама это делает? Неужели вы это сами все делаете? Вы сами выпитали его? Come si chiama questo piatto? Ravioli. Aspetta, ravioli caprese. Ravioli caprese. Caprese. Okay. Ravioli caprese. Caprese. Если по-нашему это творог, а сверху легенькое тесто, и это все у тебя тает во рту. Базилико. 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 Здесь базилик, не лимон. Да. Угу. Вот базилико. Угу. Тебе Мария, да, сказала, что надо покушать. Даша. Она сказала, ты худенькая, тебе надо кушать, Даша. Да. Наешь. Мера, мелоне, несполе. О, секунду. Мела, мелоне и несполе. Яблоко, дыня и мушмула. Мушмула? Это? Димитро, dove andate? Se eravate arrivate. Ho detto così, stanno mangiando. Димитрий спросил, если вы приехали. Я сказал, что они едят. Так что пользуйтесь переводчиком. Google, Яндекс, без разницы, вы нигде не пропадете. Лимончелло? Yes. Лимончелло. О, лимончелло. Вау. Мы все собирались попробовать лимончелло, ни разу не пробовали, и все-таки это был повод приехать к вам и попробовать ваше лимончелло. Мария, ставамо тутти пер ассаджаре il лимончелло. Non l'abbiamo mai provato. Eppure è stata una scusa per venire da te assaggiare. Шикарно. Что еще нужно, когда ты понимаешь, ты разговариваешь с человеком на совершенно другом языке, и коммуникация происходит, да? То есть вы видите эти эмоции, как она реагирует, как вы реагируете. Что еще нужно? Это ли не жизнь? Мы плотно поели, и следующая наша цель – это Позитано. Или я тебе опять не дал сказать? Нет, Позитано через Амальфию мы поедем. Ты думаешь? Окей. Mm-hmm. Ты подготовился, да? Да, да. Хорошо, все, едем. Даша, мы едем в Позитано. Да, никуда мы едем? Да, Позитано. Позитано? Даша говорит, это ее любимый город, она хочет там бывать. Так пускай посоветуй нам. Where are you next? Она там вообще не была, она просто была. Destination? Yeah, our next destination is Positano. Yes. Let's go. Let's go. Would lie to you, didn't matter what I do. She's got a hold on me. She knows how to drive a truck, but she lets me pick her up when we're going dancing.
мама. Данил, у нее фото получилось? А ну-ка покажи фото. Shining on her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing with me. She's so damn out of my league. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her red dress, and I love the way she looks in my eyes. And for the light, midnight's getting closer, and I just wanna hold her in my arms. Конечно, Саша сфотографировала. Получилось? Да. Ура, ура! И где? Где? Не просто в обычном месте, а? Даша? Позитане. На, завалила Даша окончание. Позитан. Но. Как она сегодня сказала? Это Мария, да? Да. Мария. Константин. Константин, да, да, да. И Константин, она. Константин. Да. Даша? Магазин. Мы не успеем магазин. И на этом заканчиваем. Поехали. Let's go. Подойдите ближе. Сейчас собираемся идти в музей, смотреть. Пап, расскажи, как это было. Все это вообще-то в гипсе, да? То есть это все раскапывалось, заполнялось гипсом, и получались такие формы различных предметов, которые лава в свое время залила. Да, это с Википедии. С Википедии. То есть да. Точная информация, проверена. Да, да. Да, окей. Амфитеатр, ребят. Амфитеатр. Мы-то думаем, как он называется, да, место? Мини-мини-копия Колизея. Доброе утро. У нас день... Неважно. Уже пятый, наверное. Пятый, но самое важное, да, 22 апреля сегодня. Мы отвозим Дашу в аэропорт, поэтому встали все так рано. Я сонный. Фокус. Вот он. Да. Отвозим Дашу в аэропорт, и у меня сегодня день рождения. Да, 24 года. Собираемся мы его встретить на... Pass of the Gods, да, то есть это путь богов, красивое место, вот, должно быть запоминающе. Мы в аэропорту. А все? А все, скажи что-нибудь еще, а что еще? Ничего не придумал, должен сказать. Все. Уже чикен 12. Чикен, а еще расскажи. Чикен.
интернет не ловит. Интернет не ловит. Мы в горы идем. Без интернета это как-то вообще плохо будет. Согласен. Согласен. Надо скачать карту, которая Maps.me называется. Она без интернета подгрузится. Да. Кстати, вот так путь богов будет на итальянском. Давайте я сниму в начале пути. И потом. Ты что, издеваешься? Ловко. 40 минут идем. 40 минут идем, да? Как же красиво, верно? Я подняла тут сколько я смогла. О, смотри, как тут красиво. Мы оставили лишнее. Слабое звено в нашей цепочке. Все, пускай стоит. Мы оставили рюкзак, верно? Да, угу. Выживает сильнейший. Выживает сильнейший. Да, слабого есть... всегда. Или мы на обратном пути ее сидим, угу. Если проголодаемся, или она останется жива. Да, окей. На полпути оставили маму Олесю. Вот, двигаемся дальше. Слишком высоко, окей. Ну и ничего. Все мы люди, все мы разные, верно? Кто-то боится высоты, кто-то боится сдавать экзамен. Ну да. Дашу мы тоже потеряли. Дашу, да. Дашу в аэропорт сегодня на улице. Остались только сильнейшие. Сильнейшие. Мы сейчас встретили пару из Франции, да, которую мы видели 2 дня назад. То есть и так случайно совпало, что мы как бы в то же время, в то же месте оказались на этой дороге, дороге богов. И по этому случаю я вспомнил стихотворение, пока идем, сейчас расскажу. А боги смеялись все утро и вечер. Смешила их фраза «Случайная встреча». Они от души аж до слез хохотали. Наивные люди, вам шанс просто дали. Случайностей мало, счастливых тем паче. Всю жизнь можно ждать, святоверя, в удачу. А мы вас столкнули совсем не случайно. И что с вами будет, поверьте, не тайна. Случайная встреча в толпе многолюдной. Среди сотен людей. Настоящее чудо. Так в жизни бывает порой. Невзначай. Случайная встреча. Знак свыше. Случа. Совпали маршруты, время и дни. Нет, совсем не случайно столкнулись они. Понять бы все это теперь, чтобы впредь любимых своих как зеницу беречь. Это вот стихотворение мне как-то срезонировало, я решила выучить, и это прямо вот сейчас вот та ситуация, когда нужно его было рассказать, да, потому что тропа называется «Путь богов», верно? И вот мы сейчас встретили пару, которую мы видели 2 дня назад, и так совпало, что мы опять оказались в одном и том же месте. Поэтому мы дошли до основной точки, да, до смотровой площадки, и решаем возвращаться обратно, обратно по данному пути. И вот, да, наши знакомые идут. Идут в этом направлении. Но, тем не менее, мам, вид, который ты видишь отсюда, ничем не отличается от того, что там. Я сзади к нам припарковалась. Ну, это же семья. Да, да. Это же семья припарковалась там, и мы шли с ними. А куда они подошли? Они сюда шли, они смелее. А без детей? Не, они... Все, мал-мала. Нет. Они шли первее нас, но они там сидели на камешках, смотрели. Да, они не проходили здесь. Ну, понятно, не проходили, они уже там были. Давай. Конечно, дорогая. Вы с ними поздоровались? А какой сегодня у нас день? Олеся? 22 апреля, верно? 22 апреля. А что 22 апреля произошло? Ровно 24 года назад? Да, я родился в этот день. Угу. В этот день в 9 утра, верно? Точно. Нам привалило счастье 24 года назад. Мы хотим тебе пожелать, Данил, крепкого здоровья, твои 24 года. Чтобы на протяжении твоего долгого пути тебя продолжали окружать успехи. Иди своей тропой и никуда не сворачивай. Олеся, там что было? Там была ящерица. Там была ящерица. Ну, я думаю, Олеся, присоединяюсь к этим словам. Поздравлениям. Я пробежал. За тебя, можно. С днем рождения. Видом. 4 года. Да. Что я осознал за 24 года, да? Необходимость жить, прислушиваясь к себе, да, к своей так называемой внутренней норме. И стараться искать свой путь. То есть для чего-то мы все были рождены, как я лично это вижу, считаю. И да, одна из основных задач – это искать путь, то есть, иными словами, свое предназначение, миссию. И как только ее осознаешь, безусловно, она будет
наверняка перерабатываться, но стараться ею следовать. Днём рождения! Ну, он далеко не упал, он лежит на земле, поэтому... С днём рождения! Пойдём искать. Оп, дрон. А, вот. Прямо здесь? Вот он. Тихо, это я сейчас. Не, ну он живой всех живых, смотри, даже... Даже... Головой шевелит. Да. Почти. Ну, я задул свечки, я загадал желание.